Павлова Посадская шаль, которая сделана по мотивам картины Климта «Поцелуй». Шаль – это стопроцентная шерсть, из тонкой шерсти мериноса она сплетена. Значит, здесь за основу был взят портрет, вернее, фрагмент с картины Густава Климта «Поцелуй», где целуются молодой человек и девушка. Вот. Шаль это создана в теплых коричневых тонах. Обратите внимание, что кроме портрета здесь еще имеется сходство. Это вот такие вот колечки, круги, которые характерны для климтовского именно рисунка или узора. Кому как больше нравится. Вот здесь обратите внимание, идет вот такие вот переходы геометрические фигуры. Ткань очень тонкая, шаль односторонняя. Вот посмотрите, что обратная сторона, она немного тусклая. То есть одевается она, есть лицевая сторона, есть изнаночная у нее. Вот, вот так вот смотрится лицевая сторона. Она достаточно тонкая, но при этом очень теплая, качественная. И здесь плотное плетение волокон. У этой шали есть бирочка, в которой говорится о том, что здесь есть и присутствует и художник, и штрих-код товара. И о том, что она была сделана на Павлово-Посадской платочной мануфактуре. Также есть бирочка, где указано, как ухаживать за этой шалью. Вот, что можно делать, что нельзя, там, не стирать. Что это меринос. В общем, в принципе, это такой хороший, добротный подарок для зимы на осень. Для всех поклонников и любительниц творчества Густава Климта, австрийского художника.